Всем привет, с вами Лукия Гент, и сегодня мы будем на канале Гент, и сегодня мы будем с вами для Нуби получать деньги. Способы все рабочие, но некоторые из них будут вам не работать. Во-первых, у вас слишком новая версия Brawl Stars, причина это. Во-вторых, это у вас, вы сделали способ чуть-чуть неправильно. Третье, это третье правило, это, как сказать, повышение леги. У вас стоит не такая версия Brawl Stars, и вы, возможно, не используете мою версию, но мою версию можно использовать, но моя версия работает. Но также работает только это с вас серии. Оно не работает просто так. Да? Но также можно, некоторые способы без приватсеи работают. И пятое правило, самое последнее, вы не сделали все правильно. Или у вас чего-то не хватает. Кристаллы, монеты, вот эти вот штуки, но не должны быть примерно как у меня, но должны быть меньше. Вот, допустим, вот, переходим в первый способ. Мне надо перезапустить Brawl Stars. И вот, переходим в группу Юнос, где-то можно получить легендарки с эткинсенсом. И так, пишите в чат, там чего-то, например, ваш ник, пишите в чат ваш. И потом я оставлю ссылку на вашу, вот так сказать, удалить Brawl Stars, скачать эту версию, и вот, у вас должна быть вот такая вот штука. И открывайте вот этот сундук, и запускайте Brawl Stars, и потом у вас появится преобразный. Давай перейдем в Brawl Stars, да, и также... Открываем там один звездный сундук и один обычный. Но можно пропустить, если у вас просто сундук. И также перейдем в вот это и открываем просто сундук. И я расскажу, что это способ реально работы без мам. И вот, я расскажу, что это не мам. У нас скин Дэрил. Ну, всем пока-пока. Да? И покажу вам третий способ. Третий способ, это вам понадобится выбрать ваш последний бравлер и выбрать тоже такую аватарку, иначе ваш способ не будет работать. Потом открыть пару сундуков, и когда вы получите там, для которого вы так хотите. Сейчас отключу музыку и спецэффекты. Больше Лего у нас. Ой, я куда нажал? И вот меня долго еще не выпускать Лего. Но еще можно попробовать. Но у вас с первого раза должно выпасть Лего. Блин. Я вышел, что ли, из группы? Я не хуй.
Вот мне еще долго не выпадает Лего, но должна выпасть. Способ реально работает, у других заобрежных островов тоже была первая. Да, у меня реально свобода. Вот, круто. Всем пока-пока, всем пока-пока. И вот, давай уже приступим к способу, который я за. И переходим в... Сразу открываем сундук, нажимаем на клуб. И потом у нас выпадает сундук. И вот нам понадобится покидать из группы. О, давай перейдем, когда в группу Юну. У нас была. Нет. И у нас появляется вот сундук. И допустим нажимаем на звездный сундук. Также работает звездным сундуком. Но группа больше не работает там. Никогда. Но будет новая группа с Юнос. И также у нас появится сундук. И давай же... Да, этот способ реально работает. И покидаем группы и открываем звездный сундук. Всем пока-пока.